Всем привет, очередная посылка из Китая. Вскрываем. Итак, в посылке у нас электронный штангенциркуль. Ну, странно. Заказывал металл, походу пришла пластмасса. Сейчас посмотрим. Да, друзья, он полностью пластмассовый. Я, конечно, надеялся, что будет металл за 270 рублей. Но металл стоит под косарь на AliExpress. За 270 можно купить только пластмасс. Но тоже неплохой. Я так понимаю, что сюда надо просто вставить батарейки. Сейчас ставим, проверим, посмотрим. Так, вот такая вот батарейка. Сейчас приближу. Я ее вытащил из зажигалки. Она сюда отлично встает. Закрываем окошку. Ну и вот смотрим. Все работает. Конечно же, придется предельно аккуратно с этим штангенциркулем. Пользоваться им, ну, предельно аккуратно, потому что он пластмассовый и он может стать неточным в любой просто момент. Здесь вот сброс на ноль, то есть мы его ставим, сбрасываем на ноль и дальше уже отмеряем, сколько нам надо в миллиметрах. Ну и включить, выключить. Ну и давайте проверим. Кто знает, сколько миллиметров крышка? Никто не знает. Ну, может, кто-то и знает. Сейчас узнаем все вместе. Наш штангенциркуль. Получается 29,6, 29,7. Хотя, ну да, до 30 не доходит на самой шкале. Ну, как-то так. Сбрасываем на ноль. Нажимаем ноль. Ну, давайте замерим еще что-нибудь. Предлагаю замерить горлышко винной бутылки. Стандартная винная бутылка. Изнутри. Получаем 18,1, 18,2 пляшет, 18,3, 18,9. Пожалуйста. Вот такое горлышко у винной бутылки, у стандартной. Так, ладно, народ, всем пока. Ссылку на штангенциркуль оставлю в описании. Всем спасибо. Проходите, заказывайте, кому интересно. Там же, у этого же продавца, есть металлический. Ну, цена на него раза в 4 дороже. Но лучше берите металл, потому что пластмасса — это, конечно, такая вещь. Один раз упал, один раз наступил кто-то, и до свидания. Всем спасибо, всем пока. Он сейчас на нуле, и он плясал только что. 0,1 там и так далее. Поэтому надо всегда сбрасывать на 0. Пока задавать ему ноль. Все, всем пока.